Коллектив сегодня поздравил губернатор края. Вениамин Кондратьев заметил, что за это время хор стал олицетворением Кубани. Кубанский казачий хор узнают ведь с первых аккордов. Я уверен, не только жители нашего края, потому что вы поете не голос, вы поете сердцем, вы поете душой, вы очаровываете Кубанью, нашей культурой, казачьими традициями. Непростая судьба у кубанского казачьего хора. А ведь хор возрождался из пепла. Три раза. Руины, революция, война. Искусство, в котором живет кубанский казачий хор, нужно. Оно востребовано. Песни, которые вы поете, не нужны народу. А знаете почему? Потому что песни о народе. Глава региона также наградил артистов кубанского казачьего хора медалями за участие в военной операции в Сирии. Зимой коллектив выступал там перед российскими бойцами.